Всем привет! С вами Аркс Плюй, Бедро Единоблюй, и это Лесплюй! Как ни странно, Лесплюй у нас будет понедельник после работки, после тяжелого трудового дня. Мы будем играть с двумя моими зрителями. Давайте посмотрим на пик врагов и будем делать антипик. То есть самое главное это победить. То есть это то, что нам нужно. Для начала смотрим, что будут пикать враги. Скажите своим тиммейтам, да, что если вы не успеете пикнуть, чтобы они поставили паузу, потому что очень многие тянут до конца. Вот мне спрашивают, Миша, чего в чат не говоришь? У меня мут, я не могу говорить в чат. Как ни странно! Ладно. На что мы должны смотреть? В первую очередь, что пикают враги. Например, мы должны анализировать, какой герой будет собирать БКБ, какой нет. Если пикнули Фантом Ассасин, то само собой она влетит и соберет БКБ. И мы должны это учитывать. Запомните. Вот Виндрайнер, да, у нее есть ветра. Это вот тоже неприятный герой. А времени все меньше и меньше. И у нас ничего не пикают. Если я пойду мид, это выигрыш 90%. Мид, я хочу мид, 7 секунд, 6, ха-ха-ха, е-е-е-е. А я не помню, я делал на шейкера, ладно, посрать. Неважно, делал, не делал, летсплей, летсплей, пока, фантома. Так. Пока, фантомчик, ой, это не фантом, это фантом лансер, во. До этого у нас был герой фантом ассасин. А это Фантом Срансер. Все, подождали, хватит, чё? Сколько мы будем ждать? Неделю? Вам танк нужен. Ну хорошо. Вот видите, советчик делает свое дело. Можем пойти на любой лайн. Посрать на какой. Спокойно пойдем постоим с нашим Кэрри, отдадим ему весь фарм. Нам все, что нужно, это колечко в начале. Это Соуринг. Так, вот у нас появился батя. Ну давай, батя, посмотрим на тебя, батя. Сейчас я сделаю такой небольшой пиар. Пиарчик. А, ну да, так, по стати 2127. Ну-ка, надо вспомнить словари, эти цифры обозначают, что он самое дно, все понятно. Видали у него этот аватарка, смотрите. Смотрите, такое. Ясно, понятно. Все, вы этого не видели. Это термос, что ли? Ладно, короче, посрать. Все, у него уже бомбит пукан. Но по нему видно, что он немножко паренек неадекватный. Надо не забыть качнуть второй скилл. Шейкер очень хороший герой, безусловно. Но, опять же, я делаю летсплей, даже не будем ставить первоначальную цель сделать на всех разных героев. Это будет неправильно. Реально неправильно. В первую очередь нам нужно делать летсплей и пикать антипик. Вот что правильно. То есть это, чтобы вы учились, как нужно выиграть. Я сейчас взял шейкер. Это самый главный антипик. Во-первых, это антипик фантома. И во-вторых, он против всех героев хорошо идет. Нифига ты наглый. На, пес. И чё дальше? Но. И чё дальше? Минус один. Ты меня убьешь сейчас, да? Батька, батька, батька! Ох, ох, вот ДЦПшники. На что он надеялся? Ладно, пойдемте купим колечко. Я надеюсь, меня сейчас не убьют, пока я буду покупать колечко. Отлично. Тупой попался Крин, кстати. Очень тупой. Стоял, АФК ничего не делал. То теперь чисто будем, короче, первым скиллом спамить. Ну, давай сначала подождем. Пускай у нас немного отрегенится, ну и в принципе левел поднимем. Сейчас отрегеним хпшку. Фантомчик, наверное, бежит, с базы пешка дравом. Ну, уже два лоха, конечно. Ой. Лаха пет. Лаша пет, дик. Лаша пет. Давай, говно, давай, пошло. Не знаю, что пуш надеется. А, на меня, естественно. На говно. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. Ну, это чмо было первым скиллом фармить. Ой, не фармить, а спамить.
Так, нам уже идут. Само собой, нам эта тварь не даст танга, нет, потому что он нулевый, я уже говорил. Так, давай, Бордюня, давай. А, пуш ушел, кстати, это опасно, он может меня обойти сейчас, кинуть хук. Ну, парни, смотрите, парни пытаются быть оригинальными. Пытаются быть оригинальными поциками. Ну так вот, во-первых, взяли шейкера, потому что это антигерой этого нуля. Во-вторых, у нас есть стан, великолепный стан, который всегда актуален всю игру. Да вообще весь прокат наш будет актуален. А, этот даун, наверное, пошел в лес, понятно. Вот он все пришел. Он, наверное, руну подбирал, а читеры говорит. Void kick. Давай в меня говно-то кидай, да. Ох ты, ох ты, ох ты. Ох ты. Фу! Вот сейчас он меня кинет и убьет, да. Живи, детка, живи. Смотрите, это дауна. Я не знаю, это просто ДЦПшник, и что еще сказать. Кстати, он... Смотрите, еще одного давай. Ну, фрифарм. Фантом. Короче, я думал, они скоро ливанут. В первую очередь, они очень сильно косячие. Я не знаю, что они делают. Настолько у них жопа горит, это забейте. Фантомы. Но он бы мне мог, конечно, спокойно убить, если у него еще был бы там манна, да, на первый скилл. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это лохозавр. И вы видели, что я там рискнул очень сильно, когда я заюзал Soul Ring. У меня вообще хп не оставалось. Но это оправдало. Все было рассчитано. Эй, чмо. Эй, пес! Псина! Ну, видите, он говорит, что он батька, я думал, он не врал, он реально батька, хороший чувак. Чисто хороший вообще игрок в дату. Хороший пуч. Давай, пойдем. Пу! О, вот это вот было неплохо, да. Вот это было неплохо. Но в любом случае, это чмо будет жить. До тех пор, пока у нас не появится ульта. Когда будет ульта, это будет изи-бризи. Это будет автопобеда. Давайте качнем уже второй скилл. Но делать будем акцент на первый и на третий. Обязательно на третий скилл. Наверное, даже полезнее будет на третий делать. Ну, мы в любом случае на то и то сделаем. Потому что первый скилл, это у нас тупо стан. И наносит урон, перекрывает пуль. Второй скилл, это стан вокруг себя в радиусе. Тоже наносит урон. При этом дает нам дополнительную атаку. Говорим, что жируха ушла. Пау! О, да. Кстати, жируха ушла. Осторожно. О, на мид пошел. Окей, неплохо. Пошли, братюня, пойдем. О, у меня штапок есть. Ну, блин, долго иду. На чмо. Ну давай, ну где же мне Soul Ring-то? Ну матерь божья, Soul Ring-а нету. КД, чувак. Короче, лайн мы выиграли просто в говно. Просто в говнецо. Опять пуджа нету. Все, сейчас самое главное собрать нам арканы и потом дагер. Наша игра тоже получит новую ступень, когда мы соберем дагер. Нормально. Уходи, братюня, не успел. Когда соберем даггер, мы сможем инициировать. А без даггера это вообще бесполезно. Как к ДЦП будем подходить, носу ковырять. Помигай мне, помигай. Ты чё? Закрой пасть, чмо обоссанное. Он должен впасть мне многие молиться за то, что я вообще стою с ним на лайне. А боссыш. Все, и такими темпами мы просто по КД спамим первым скиллом и мешаем фармить этим убыткам. На говно. Неприятно, да? Все. Не, ну пуш там вообще нулевый, просто нулевый. ДЦПшник саны. Ты вообще бы весь фарм забрал этого тупого инвалида. Так, первый скилл качаем опять, пойдем. Пуш.
Фу! Ну вот чмо тупое, а. Ударь ты его пару раз. Не, смотрите, фантом ничему не учится. Вы смотрите на это. Так, 600. Нам нужно просто арканчики, арканчики. Все, арканы, арканы. Блин, что ушел Пудж. Внизу у нас стоит Личандрес. Кстати, у них играет Шторм, неприятный герой. Он всем будет неприятный. Но нам, в принципе, все равно. Потому что мы должны стоять будем за спиной. В жопу помигай себе, выродок. Никчемная тварь. Не, я говорю, я хочу забрать всех крипов. Этой твари не хочу давать ничего. Он бесполезный абсолютно. Поверьте, от нашего шейкера будет миллионы раз больше толку. Миллионы раз больше толку. Тут меня там вытянул. Так, давайте в этом говну кинем лампочку, он меня бесит. Чтобы я потом запомнил, что он нулевый. И осталось немножко нам нафармить. Пуш попал хуком, прикинь, впервые в жизни. А, он, кстати, подыхает там, да? Фантом только заметил. Ну, что это такое? Пуджа, пуджа. На! Все, я помог. И теперь я просто ухожу. Не убивайте меня, пожалуйста. Ладно, все, вроде живой. Ну, фантом, я говорю. После всех обнов и так далее, поверьте мне, фантом сейчас просто ливанет. Да господи, дайте мне убить пару крипов. Фантом просто ливанет. Короче, я хотел добить, ну ладно, пойдемте тогда дальше поиграем. Вот это говно можно убить. Изи бризи же. На, говно. Вот это вот параша. Ой, не надо меня убивать. Все, убегаем, убегаем. Только не за мной, пожалуйста, дура. 6, 5, 4, только не за мной. Убивай всю Тиму. Все, 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 уходим. Туда сюда еще полети. Прикиньте, трипл забрала инвалидка, ДСПшница. Трипл. Ну, халява, все, халява. Ладно, все, первое дело мы сделали. Первое дело сделали, мы сейчас купили арканы, это уже хорошо. Теперь сейчас будем копить на даггер. И все, и в принципе можно будет уже заканчивать игру. Они долго не выдержат. На чмо. Так, появилась ульта. Уже, в принципе, можно ультануть. Ой, как больно-то, братюня, братюня. О, сейчас на меня еще прыгни, давай. Чувак. Ой, не хочу рисковать. На, мразь. Давайте, братцы, братцы, мы станем, станем. Давайте, давайте. Тащите. Вон сколько говна. Вот. Минусы, минусы. Вот. Вот и все, минус одно. Самое главное, мне не подохнуть ни разу за игру. Давай, давай, бежим, братюня, бежим. Далеко. Там можно было ультануть, да, можно было, но это было опасно. То есть я бы, во-первых, не убил бы их 100%, в итоге я бы отдал себя. То есть, ну, смысла, в принципе, не было никакого. Зачем просто так себя отдавать и фидить? Так, кто там балуется, я не понял. Все, убили. Ну все, пойдемте, короче. Пойдемте фармить. Дальше фармить, фармить. Самое главное, чтобы нас никто не трогал. Ой, как их много-то. Ой, как много. Давай перекрываем. На, братюня, убегай. Вон она бежит. Так, смотрим на карту, не забываем. Вообще плохое место. Что они здесь делают, я не могу понять. Ладно, у нас еще есть первый скилл. Давай, братиша, давай. На, шмара. Я пошел отсюда. Уходим, уходим. Ничего не осталось. Можно, конечно, ультануть. Нет, не будем, все, уходим. Так, 600 голды. Мы продадим обязательно Soul Ring потом, когда уже будем собираться. А. Пошла отсюда, псина. Гангер. Это у меня такой красивый смех. Вот сюда бы, вот прыгнуть бы с даггера, там бы так жопу им разорвало.
Сколько стоит у нас колечко? 400, да? Даггер подорожал, напоминаю вам, напоминаю. Ой, пудж идет, пудж. Пуджи. Где ты, тварь тупая? Ну-ка, прочекайте, мужики. Что здесь неладное? А, все, убежала. Так они даже еще и вышку не забрали, инвалиды, а? На, чмо! Все, впечатал. Прокачиваем сейчас первый скилл. Ну, конечно, она была и на третий, но ладно, потом. Тут сначала у нас ульта будет такая слабенькая, а потом будет очень сильная. Осторожно, пуш, осторожно. Фига вы нагилые, а? Псы! На! Вот! На, пёс! Опа, забрали. Забрал, молодец, давай, ждем, ожидания, забираю. Так, 1200, еще до офигища. Можно также спокойно идти фармить в лесу. То есть мы делаем сначала первый скилл. Но здесь, конечно, самое важное, чтобы у нас был прокачан третий скилл. У нас он не прокачан. Ну, ничего страшного, потому что только 13-я минута, что вы хотели? 13-я минута, у нас уже почти даггер собран. Во, они, кстати, забрали вышку. 1400, 1500, мало. Я не могу убить этого крипа. Так, ну ладно, понимаете, сейчас зафармимся. 1500, кольцом это будет 1900. Еще 300, осталось, короче, немного, и все, и это будет автопобеда. И само собой, когда я иду на базу, я использую аркану. Это самая модная тенденция в этом году. Придется истратить 100 монет, ладно, я истрачу. Вот, хорошо сделать ТП и ультануть было бы. Давай, братюня. Но! Чмо? Ну, останьте от меня. Ну вот. Все, мы реализовали ульту, мы теперь можем собрать... ДАГГЕР! На, пёс! Пойдем обоссым эту шмару. Пошли. Ты подписал себе... Не, братюня. Кто из них настоящий? Да, конечно же, это говно настоящее. Так, осторожно. Все, я пошел на базу. Не, пока мы не пойдем. У нас еще ульты нету. Ну вот, отдали мы фарм нашему бомжу, нашему кэрри. Видите, он теперь тащит. Хотя мне он не нравится. Вот этот вот, я имею в виду именно сам игрок. Ну-ка, попробуем издалека. На! Ой, как вовремя-то, матерь Господи Иисусе, Дева Мария. Так, кто настоящий? Это ты, говно? Вот он. Вот оно, мужики, пойдем. Меня, да? Ах ты шмара, лови по щам. Попал, ну естественно, уходи, братюня. Все, я сейчас куплю даггер. Нам надо было продать соуринг, купить даггер, но видите, я уже накопил без соуринга. Но все равно мы соуринг продадим. Эти деньги пойдут благотворительность. Ну теперь попляшем. В общем, нам теперь... Ну мы не расслабляемся, нам надо прокачивать третий скилл, нужно ульту прокачивать. Потом в лейте в тяжелом нам нужно будет уже собирать аганим. Рефрешер не собираем никогда. Никогда на этого героя не собираем. Потому что это будет абсолютно неправильно. Когда мы делаем первую волну, умирает очень много крипов. И поэтому вторая волна с рефрешером, это вообще будет не актуально. Можно использовать рефреш, например, чтобы делать два отдельных залета. То есть сделали первый залет, да ломай говно это. Ультанули, потом другой замес, прыгнули, ультанули. Все, у нас есть даггер, шмагер. Я, честно говоря, я не помню, я писал я летсплей этого героя или нет, вообще не помню. Такое ощущение, что я писал. Вот реально такое ощущение, мне дежавю, дежесрю. Дужеве. Душанбе. Вот видите, он одним управляет. Это называется полево.
А вот я, например, без палева. Меня никто даже не видит. Никто меня не видит, никто меня не знает. Параша. Пау! Вот там он, вон там она, шляпа. Вон там она. Вон там она, мана. Ха-ха! На! 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 Бьет меня пес, бьет! Так, а я сейчас, в принципе, готов сделать влет. Крипов больше, пацаны, больше крипов соберите. Я буду делать влет. Отстаньте от меня, дауны, отстаньте. Собираем крипов, собираем. 3D скилл прокачиваем. Чтобы шла мощная волна. Такая мощная. Не забывайте, чем больше крипов, тем сильнее дамаг. Все очень просто, как математик. Как 2 плюс 2 равняется 5. То же самое здесь. Ультовать на их двоих, ну, смысла мало, но можно и такое сделать. Ну, можно было бы, далеко ушел. Ну, не было смысла, естественно. Ну, на троих, но это ни о чем. Поэтому просто... Ух ты, ух ты! На! Ну, пес, а? Блин, живи, он только не меня... О! Влет на! На! Все, пошли в жопу, я пошел отсюда. Арксплей, господ, стоит. Господи Иисусе, Матерь, Дева Мария, Аллах Акбар. Ой. Ладно, короче, 35, нажимаем сюда и уходим. Давайте посмотрим, но 10, 11, а помощь отлично. Отлично. Надо набрать больше всех. И, как я уже сказал, начинаем сразу собирать Аганим. Великолепный итем, великолепный. То есть он удваивает волну, вот и все, все, что он делает. Но также он дает нам статы, это важно тоже. То есть мы будем жируха. Не забывайте, когда мы влетаем в замес, мы инициируем. А это, в принципе, синоним того, что мы отдаемся. То есть нас могут убить 90%. Можно собрать итемы, например, там, шо скептер, да, чтобы вас замесе не убивали. Но смысла, в принципе, нету. Нету смысла, ты чуешь, да? Ладно, ждет. Покупаем. Само собой начинаем именно с поинт бустера. Опа, драка, а у меня КД. У меня КД, 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 шичка. КД, 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 шичка. Пес, Пошла отсюда, псина. Ну что, ты будешь прыгать, говно? Он сомневался, сомневался, сомневался. Вот я бы сейчас туда прыгнул. Опа! Опа! На, пес! Давай, детка, ну, ну, ну! Тащит, ну, батька тащит. Куда я пошел? Стоять, пес! Ладно, еще раз. Опа! 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 Нет! За что? Ладно. В любом случае, не забывайте, что я обычный инициатор, и само собой, когда-нибудь бы меня убили. Это бред. Всю игру быть с нулем смертей, это уже ни о чем. Тем более, мы ближний бой, мы всегда в самом замесе. Зато у нас одна смерть меньше всех из 10 человек. И больше всех помощи. Ну, вы поняли намек, да? Батька вас плохому не научит. Можно время от времени покупать варды. Шейкером полусаппорт, он может помогать Тиме. Но мы же не ДЦП, мы не будем покупать борды. Во! Пойдем, пойдем, Шмара. Давай, Шмара, хочу тебя, давай. Больше, больше, больше. Пу-о, прокосил! Мой косяк, мой, мой, мой. Мой косяк, мой! Вот, неправильно, да? Ну, вы видели, когда я шел, я просто не увидел, куда я прыгнул. Такое бывает, но очень редко бывает. Это за монитора тупого, видите, я не увидел траекторию полета. Я прыгнул максимально далеко, и в итоге это оказалось мало. Ну, ничего страшного, ладно, это моя ошибка, безусловно. Все совершают ошибки. Можете даже кинуть на меня репорт в игре, можете дизлайкнуть видео, мне срать. Так, все, прокачиваем потихонечку ульту. КД у нее уменьшается, совсем немножко уменьшается. О! О, пес! Прыжок! Опа! Как тебе такая заява, а? Чмошница?
Давай так, крутелка-перделка, пошла. Опа, неплохо, чувак, неплохо. А если я сделаю так? Опа, на псина. Как тебе такая заява? А потом вот так, на псина. Это тебе не хухры-мухры, я тебе открою, секретик, так сказать. Ах ты чмо, а? Ах ты пес. Так, ну чуваки, мне не нравится эта ситуация. На! А если я сделаю вот так? На! Пока, чувак. Пиши письма, там, звони. Мы с тобой там поговорим дальше, да? Я пошел, короче, домой. Всем пока. Всем хорошо. Да, всем всего хорошего. Ну, пошлите. Я не хочу оставаться, короче. Ладно, все, уходим. У нас нет маны, поэтому от нас толку практически никакого не будет. Смысл бегать, толпиться и просто подыхать. Никакого смысла нету. Мы в тиме написали назад, им посрать. Ну и срать я хотел на тиму, что сказать. Их нет дела. Так, 38 секунд. Все, сейчас я вам покажу суперский ульт. Вот здесь могут получиться идеальные, но да, из-за моей ошибки я прыгнул слишком далеко, понимаете? Надо было... Ну, в смысле, я не допрыгнул в этом плане. А вот если бы прям центр замеса... Пошли. Вот сейчас я покажу вам идеально. Ну, когда мы еще соберем Аганин, конечно, будет все гораздо лучше. Там будет двойная волна. Кто видел видео, я волна, он понимает, о чем я говорю. Ну, фантомчик, а? Пупсик, ты где, фантомчик? Давай, у меня есть для тебя ульта. Вкусненькая ульташка. Ну-ка, опа! На! Я хотел озвучить супер удар, но я не смог этого сделать. Мне не позволило мое сердце. Опа! Пес! Прыгай, чувак! Хорош. Так, ладно, идем. Идем, фантомчик. Еще раз напоминаю вам, кто хочет поиграть за шейкера, чтобы я его не материл, прыгайте всегда, когда много крипов. Ну, очень редко можно потратить ульту, зная, что вы убьете. На! Я убил по крипа, я попал по крипу, нормально. Я целился в крипа. Какого фига, да чему там бегает вообще? А, он уже ушел, наверное, сюда. Да, нет, назад, чувак. Так, кто у нас зрители-то? Давайте я вам даже скажу, наверное, их. Первый это Чмост. А, нет, он не за нас. Так, секунду. Замес, давай, детка, давай. Больше. Копий, ждем. Больше гламура. И маникюра, и педикюра. О, чувак. Пощадите меня. О, чувак, нет, все, уходим. Могли бы его спасти, но его забрала жизнь. О, его смерть забрала, я перепутал, извиняюсь. Куда ты идешь, даун? Пошла отсюда, псина. Дали только хп отнимаю, да? Вы видели это, а? Пошла отсюда, псина! О, вот это вот, кстати, неприятная ситуация. Нет, мы не будем идти один. Мы не будем геройствовать. Не забывайте, что мы играем за шейкера, мы не кэрри. Хотя шейкера можно собрать в кэрри, а можно пойти и обоссать. Пойдем. Все, я не должен больше ударять лицом в грязь. Лицом в говно тоже я не должен кидать. Давай, братиша, давай. Назад. Ну куда ж ты идешь, даун? А, он еще и ушел. Эх. Так неинтересно, я думал, будет драка раков. Я уже приготовился делать прокаст. Ладно, ждем замес. Не забывай, что мы должны стоять дальше всех. О, надо было ему маны дать. Ну ладно, что, переживет. Не сегодня, так завтра дам ему маны. Так, смотрим, что у нас здесь замес. Давайте, чуваки, я хочу реализовать свою ульту. Я хочу сделать такой прокат, что прям жопу разорвало прям на куски. На британский британ, давай. Давай, братюня, давай. Нифига они жесткие поцаки, смотрите. Блин, не пишите мне в Steam, заколебали.
Ну опять, ну блин, сбили Даггер. Даггер сбили! О, все это жопа. Короче, забейте, просто забейте. Я не знаю, ну не везет. Почему я не могу прыгнуть? У меня, видите, еще с клавиатурой проблема. Клавиатуру покупают, меня проубил, западает. Да это ерунда, конечно, ни о чем. Один замес еле-еле выиграли. Не, у них шансов ноль, просто ноль. Вот если я нормально бы прыгнул, господи Иисусе. Ладно, посрать. Ничего страшного не произошло. Лич, где ульта твоя? Просто видели, я не прыгаю с Даггера. Ну не могу я прыгнуть, у меня проблемы с этим. То клавиатура тупит, то еще что-то. О, все, пойдем. Так, ты здесь один, да? Ладно, все, пойдем. Не, у них шанса практически нету. Я говорю, фантомом мы 100% законтрим. 100%. Тварь тупая. Конченый этот Даггер пробил. Ну давай, пюх, о. Тем более скоро нас бутаганим. И все, и будем тащить. О, изи-бризи, смотрите, о. Меня еще потолкнули, о. Так, 4-2-16, нормально. Нам нужны варды, так. Ну, варды я сейчас покупать не буду, потому что я не фулл саппорт, еще раз напоминаю. Мы инициатор, и нам миллиарды раз важнее собрать аганим, которые будут разрывать жопы, нежели варды. Для этого есть другие герои, например, лич. Личу аганим не так важно, потому что у него ульта такая, я скажу, он средненькая. Средненькая. Так, у нас кого банки-то есть? Нет. Нету банки. О, я взял эту руну регенерации, так как-то моментально. Все, давайте, чуваки. Сейчас очередная будет великолепная ульта. Просто забейте. Ладно, если я еще раз промахну, то все, я удаляю доту. Давайте договоримся. Если я еще раз не прыгну в центре замеса и не сделаю нормальную ульту, я удаляю доту, жму юнистал. Эй, пес. Ну это, конечно, не замес, это какая-то шляпа. О-о-о. На, псина. Так, ну вот, минусуйте. Смотрите, вот минус 2, минус 3. Опа, так, где это чмо? Ну-ка попробуем вот это. Нормально, все убили уже, да? А, кроме шторма. Все убили, кроме шторма. Ладно, живи, живи, братюня, живи. Какие-то замесы неполноценные, это параша, а не замесы, вот реально. Ну иди убивай. Не могут собраться кучей. Так. Чё? Давай, братюня, давай. Давай, я готов. Что по-любому на этого прыгнуть. А, сыт, а, сыт. Сыкуха. Осталось немножко голды. Давай, чмо. Ну-ка просветите это говно. Опа! Такой он чмошник. Прикиньте, какой он ДЦП. Вы видели, да? У него рак мозга вылез. Внезапно просто первая стадия рака мозга появилась у него. Ах, забейте. Ой. Ну ты, параша, иди сюда. Сейчас тебя жопу порву, чмошник. Пес, иди сюда, быстро. Пес. Опа! Опа! Видали, половину хп снес. Мне ему один удар сделать, и все, нет у тебя говно. Пощечина. Не забывайте, что второй скилл увеличивает нам урон. Так, давайте позовем Куропатку. Ах ты, прости меня, прости меня. Ах ты, прости меня.
Так, ладно, давай, братюня, давай. Пес! Ну блин, жалко на него ульту тратить на одного. Фига ты, псина. Не того бьешь. Ну куда ж ты? Ты чё, идиот? Ну пес, ну подожди. Ну пес! На, псина! Ах ты, нулевый. Ну, у него не было шансов меня убить никакого. Сами понимаете, 40 лет в доту, это все-таки не хухры-мухры вам, понимаете? Ну, чё, о чем говорить? Так, что у нас по ассасистам? Ну, помощь, ладно. Некоторые зрители начинают ныть и вонять, пердеть, когда я говорю ассасисты. Это самый правильный перевод. Просто у меня, я знаю английский язык на уровне разговорный, то есть это мой второй родной язык. Ой. Ладно, братцы, давайте. Шейкер один из моих самых любимых героев был в свое время. Поэтому, ну, топовый игрок, что еще сказать. Ну, я про себя говорю, если вы не поняли. Давайте бежим, поставим здесь вардок. Опс! Вардок, вардок. Что здесь лазишь? Вот у него появился орчи, стандартная сборка. Ну вот. Видите, мы не можем реализовать ульту, потому что, ну, в принципе, некуда. Нет такого отпора от врагов. Отпор, запор. На, пёс, давай. Ну, сало повешай. Господи, орчит. ДЦП. Орчит. Матерь Божья. Мать, Господи Иисусе. Он собрал орчит и не использует орчит. Эй, шмара. Опа! Опа! На! Давай. Да, да, я знаю, что ты меня кинешь. Хук! Естественно, он кинул бы в меня, но не кинул бы в этого. Как-то так все предсказуемо. Лолошпед. Так мы видим. Беспалево он управляет медведем. Чисто беспалево. У нас нету регена, но в принципе он нам нафиг не усрался. Наша задача прыгнуть в замес и подохнуть. Ну давайте, я хочу ульту реализовать. Ну, мужики. Он где-то здесь, я вот уверен, 100%. Он где-то здесь ходит. Он же по-любому ДЦП, у которого Он по-любому ДЦП, у которого Я не могу сказать это слово. Эй, чмос. Где ж ты где? Вон он убегает, я вижу. Кстати, его легко стало. Тихо, нет, смысла нету. Ну говно. Так, ладно, эта тварь ушла. Я иду к тебе. Иду! И к тебе я иду! Иду! И к тебе! Крутится, вертится шар голубой. На! 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 Я не знаю, сколько озвучиваний происходит за один замес. Ну, нормально, нормально. Ульта получилась более-менее нормальная, да. То есть здесь, в принципе, не был такой мощный замес, но все сделал правильно. То есть вошел в центр замеса и все сделал как надо. Это мой фарм, понял? Чмост. Что можно собрать дальше? Например, можно собрать Дискорд. Или отлично идет Шивом. Пойдем в Шиву точно. Во-первых, мы сможем нормально танковать, то есть нас будет тяжело убить в замесе. И самое главное. На! Нормалек пойдет, детка. И самое главное, мы сможем замедлять. То есть у нас будет полноценный прокас. То есть мы прыгаем с даггера, жмем ульту. Потом первый скилл даем, потом второй скилл, потом... говно навернем. Потом шивы пуляем. Будем собирать тогда с 200-700, потому что цифра большая. Чтобы долго не копить, не подыхать, ты слышишь, Ладно, бежим, короче. Так, что там у меня у нас по стати? Самое главное, еще раз говорю, играя за шейкера, это, во-первых, у вас должна быть плюсовая стата, вы не должны фидить. Ну, максимум там
две смерти, ой, это, два убийства, четыре смерти, но не больше, остальное все фит. Пу! Ты дура косая. И чё дальше? О, тихо, братюня, нет! Как мне замедление-то идет, очень сильное. Почему такое замедление? А на чем бьет-то, я не могу понять. Уходим, я не должен подыхать. Я, может, это не понял, подождите. Почему я замедлялся так сильно, ничего не понимаю. Тебе же хромала. Хватит уже ходить по одному, заколебали, дауны. Иди, это, крипов фарми. Так, где-то дура. Странно, почему я замедлялся? Может, это был пуш в инвизе? Нет. Не понимаю, реально очень медленно шел. Может, я просто пересрался от данной ситуации? Ну ладно. В любом случае, не важно. Мы идем, прыгаем и бьем. Фу! И уходим. Все, таким темпом мы пушим онлайн и фармим. Все. Ульта наша прокачана на полностью. Фу ульта. Дальше собираем Шиву. И все, и будет нам забавно. Мы, кстати, в этой игре не убивали. Опа. Вот так вот фармим крипов, видите? Оп-оп. То есть сначала первый скилл, второй. Потом бьем с руки. Еще ни разу Рошана не убивали. Ни разу. Спасибо, братюня. Хороший герой. Я так давно, за ним так давно не играл. Вообще просто очень давно. Но герой реально хороший. То есть для тех, кто любит... Пошла нахрен, дура тупая. Для тех, кто любит инвизеров... А, они имеют в виду, наверное, чтобы я взял руну? Я просто ненавижу, когда мне указывают. Просто ненавижу. Так. Уши сделает, начиная со второго. Вот так вот. Именно со второго, заметьте, да? Не с первого, со второго я специально сделал. Эй, пес, э! Молодой человек. О, вот он. На, псина. На, даже так. Бейба. Но не забывайте, что я пикал героя против него. Я и убью. Не, чувак, не хочу его дыхать. Пу! Все, пока. Давайте, до свидания. Пишите, звоните, я пошел отсюда. Так, сейчас мы купим. Тем более у нас не будет проблем с маной вообще никогда, когда мы соберем Шиву. Кто... Да ты что ж за инвалид-то, обоссанный. Ладно, ясно. Давай, говно, давай. Сломайте дерево кто-нибудь. Все. Ну вы будете Рошана убивать? Мне, к сожалению, чат не работает. Сейчас я напишу. Ладно. Давно бы уже убили Року, не знаю, что они тянут. Все, идем. О, вот видали, у нас со вторым скиллом 550. 550 урона. Я по-моему, говорил уже, что давно хотел собрать его в кэрри. Но не очень выходит. Я, по-моему, это все говорил. Так вот реально, я повторяюсь, мне память-то есть какая-то. Так. Кстати, Варды молодец. Это наш зритель ставит, да? Это Лич у нас. О, Покерфейс. Молодец, я тебя хвалю. Ты увидишь себя на видео. А, я же забыл сказать, кто с нами играет из зрителей. Это, во-первых, Покерфейс, который молодец. Всю игру Варды были. Это очень важно. Ставлю 5 с плюсом. И Сларк тоже молодец. Собирается по моему гайду. Да, как-то так. По-моему. О! Пуш, ты чё, дура, что ли? Пуш, ну ты чё? Ну, пурч! Так, бежим. Давайте. Так, ТП у нас есть, все хорошо. Пошли. Любую дуру обосым. О-о, пса убивают. А вы видели, когда я ультанул, да? Там было так мало крипов, он был один, и там максимум, может быть, две иллюзии его были, и все, и он все равно сдох. Стой. Нет, я первый должен пойти.
Ну чё за бред? Пау! Пускай будет так. Я не стал прыгать с даггера, смысла не было, потому что я видел, что он в любом случае умрет. Но все равно, блин, ну зачем ты полез? Я сам хотел его убить. Я взял этого шейкера, это антигерой. Я должен ходить и убивать его все время. Эх, ты некрасиво поступил, поставил. О, уже почти собрано это говнище. О, красиво, конечно, взрыв был, вы видели, да? Двойная волна. Двойная? Х2, Х2. Также не забываем сносить вышки с помощью второго скилла. Видите, мы сильно бьем их. Да отвали от меня, дура, отвали. Делаем вот так, ударили по вышке, сделали прокаст. Опа. Ну кто, помогите кто-нибудь. Чё я один все делаю в этой жизни? Ну-ка, еще раз. Опа! Давай, 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 давай. Вот ему умат на БФ собрать, прикиньте, БФшечку. Ну ты чё? Ну чмо? Ну ты чё? Ну хорош. На! На! Эй, да, дай мне один удар. Ладно, ладно, не получилось. Так, покупаем все это говно. Ой, уходим, мужики. Ой, опасно, опасно, опасно. Только не меня. Убивай лича. Опа. Опа. На, пес. Я помню, того пса ударил. На, пес. Все, все. Все побаловались. И хватит, там еще пуш балуется. Опа, пес. О, нет, тихо-тихо, там шторм. Я не хочу, не хочу. Хотя у нас уже появляется ульта. Кстати, ульта у него очень дешевая. У того же Леона там вообще такое... Там дома хорошие, там очень дорого стоит ульта. По-моему, по 500, по 600. Пока. Все нормально. Ну ладно, варды давайте даже купим, так уж и быть. Я люблю покупать варды. Люблю их ставить в интересные места, куда не ставят другие игроки. Все, появился наш шиба, конечно, хороший, хороший предмет, хороший. Ну, видите, я говорю, сварку великолепно подходит, аватар просто шикарнейший для него итем. А у нас здесь инвизик. Все, у нас шейкер просто апгрейженный по максимуму. Если вас враги часто убивают, всякие там лейты, да, можно было, я уже говорю, купить еще скептер. Почему бы и нет? Это говно можно убить. О, спокойно. Ой, спокойно. Давай. Давайте, соберемся. Дайте мне одному. Не идите за мной. Дайте я один пойду и убью их всех. Так, у них гем-то есть? Подождите, надо проверять. У нас есть сларк, не забывайте. У них может быть гем. Сделай много иллюзий, пожалуйста. Мало иллюзий, мало. Как ты меня достал уже, а? Как-то так. Вы видите, у него просто нету шанс. Просто нету шансов. Я прыгаю сюда, жму кнопочку. Вау! Потом сделаю так, потом подбегаю, бью. На! Все. Вот такой вот у нас прокаст веселый. Так, одна шмара ливанула, но это, в принципе, норма. Давайте уже, наверное, сносить, чем мы тянем время-то. Конечно, можно еще поиграть до 80-й минуты, но я думаю, можно снести. Второй скилл. Первый скиллок. Добиваем. Опа. Там 7 по удару осталось. Пуш. Хочешь попасть в хуком, но это, конечно, будет очень сложно ему сделать. Так, у нас нету. Ну, сгруппируйтесь. А там, в принципе, без разницы, какой лайн. На. Эй, ты, шмара. О, пес, на, псина. Как тебя, а? Ой. Нормально, нормально. Раскидали бомжей. Опа. Выкуп? Фига, ты агрессор. Ты бессмертный, что ли, да? Пу! На! Ну почему не мне, а? Я ведь должен был убить всех. Сейчас заберем вышку какую-нибудь. Ой, это... На! Так, давайте подождем, когда появится ульта, и вот ему стоит сделать парочку копий, все, тебе жопа, чувак. Тебе попка. Попка. Так, 6 секунд, давай, братюня, я хочу еще
Вот и все. Еще раз говорю, всегда старайтесь пикать не любимого героя, а делать антипик. Ну чё мы за... Мудаки обоссанные. Это была моя жертва, моя жертва. Аж от меня обычным хуком, да-да. Ну ты и затейник, затейник. Так, ждем, ждем ожидания. Спасибо. Опа, вызов. Опа, это вызов, вызов в системе. Давай, братюня, ты должен подохнуть. Уху! Тихо, я не должен подохнуть, ну живи. Да, я сдох. Я выжил. Ну ладно, все. Короче, обоссали бомжей. Вы увидели, я думаю, да, весь потенциал Шейкера. Даже когда не было крупного замеса, когда у нас уже был Агани, мульта прокачана. Да мы даже, когда у него было 3-4 копии, его убивали с ульты. С прокаста убивали. Тем более, если бы я сделал полностью прокаст, ульта, первый скилл и второй скилл с руки, офигенный дамаг. Он по-любому бы умирал. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Со мной играли Poker Face, зрители, спасибо за игру. И вот этот I'm a Illumination Admess. Все, всем пока.